Таблетки, микстуры, полный набор. Всю эту аптечку жительница Шелихова Мария Парфенова купила, не руководствуясь назначениями врача, а по вдохновению, пополам с жизненным опытом. С тех пор, как в ветеранском доме, где она живет, закрыли медицинский кабинет, пенсионерка стала сама себе доктором. Нам приходится самолечением заниматься. Потому что где прочитаешь, где что буквально. Давление, конечно, мучает каждый день. Вот Вера Александровна как мне прописала вот это лекарство от давления. Вот этим я и пользуюсь уже полгода. Надо это, не надо, это я не знаю. Марии Ивановне, как и другим жильцам этого дома, который в Шелихове является ветеранским, до кабинета врача общей практики буквально рукой подать. Здесь можно было сдать анализы, получить направление к узким специалистам, а также сделать ЭКГ. Но в мае этого года кабинет закрыли. Карты пациентов были переданы в центральную районную поликлинику. В этом медицинском кабинете на учете стояли более 1000 человек. В основном люди преклонного возраста, ветераны войны, инвалиды, пенсионеры. На встречу с представителями профильного министерства, где обсуждается ситуация, они пришли не без труда. Сотрудники областного Минздрава поясняют, кабинет перестал работать, потому что истек срок действия договора на аренду помещения. Проект нового договора уже готов и будет передан на утверждение в региональное министерство здравоохранения. Вопрос взят на контроль министром. Буквально за полчаса до этого мы с ним общались, он подтвердил свои обещания, кабинет будет открыт. Врач определен, причем пошли, значит, с учетом рекомендаций и пожеланий жителей, то есть будет тот врач работать, который и работал ранее, и который очень им нравится. Другой вопрос, который волнует жителей ветеранского дома, работа районной поликлиники. Чтобы записаться на прием к врачу, нужно стоять в очереди по несколько часов. Главный врач ЦРБ города Шелихова Тимур Турлаков заявляет, в его ведомстве о проблеме знают и работают над ее решением. Запись у нас была раньше раз в неделю, то есть сейчас на данный момент запись осуществляется 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. То есть мы пробуем много методов, да, для того, чтобы снизить эту очередность. То есть сейчас опять очередной шаг, мы попробуем, посмотрим, если наша эта методика даст все-таки положительные сдвиги, то есть, конечно, будем ее дальше продвигать. Ветераны надеются, продвижение методики будет идти достаточно быстро. Медицинский кабинет откроется только 24 декабря, и до этого времени всем им придется по мере силы и возможности посещать поликлинику. Татьяна Веретина, Константин Синицын. Новости сейчас.